Сегодня на протяжении получаса ивановцы могли наблюдать необычное зрелище. В середине проезжей части на улице Ташкентская, 90, образовался горячий фонтан. Прорвавшаяся труба, окруженная клубами пара, на короткое время парализовала движение транспорта. По рассказам очевидцев, некоторые водители смогли извлечь выгоду из случившегося. Водой из теплотрассы они мыли свои транспортные средства. По счастливой случайности в результате обжигающего ЧП никто не пострадал. Гейзер перекрыли сотрудники ремонтной службы.